Первый отряд, я вас просто люблю. Балт-Артек, наш девиз через многообразие к единству. Все позитивно. Мы социологи все говорим позитивно. Даже что-то плохое, кто-то задерзил, кто-то нахамил. Это все позитивно. В палатках, муравьи, это позитивно. Балт-Артек запомнился тем, что много друзей здесь. И оказывается, у этих многих друзей, которых мы нашли здесь, еще много друзей в других местах. Наших друзей, наших общих друзей. И оказывается, что весь большой мир там, Тюмень, Австралия, Китай, Великобритания, Ирландия. Он весь переплетен, он такой маленький оказывается. Везде есть друзья, во всем мире есть друзья. Балт-Артек вперед! Хорошо. И мы сходим потихоньку с ума. Я Настя из Германии, и я хочу вам дать два совета. Первый – проведи лето с пользой и постоянно самообразовывайся. А второй – нужно все время быть на позитиве и побольше улыбаться. И тогда все в вашей жизни будет замечательно. Я смогу стать первым президентом Российской Федерации женщин, чтобы поменять мир. Голосуйте за Анастасию Кабушку из Германии. Здорово. Привет! Мы собираемся сейчас в город, мы идем нереально погулять. Мы не будем говорить подробности. Чтобы у вас не было такого голода, как у нас здесь. Вот видите, чем мы питаемся? За ваше здоровье. У меня был тайный друг, который мне 3 дня уже дарит апельсины. У меня в палатке, наверное, их 7 штук. Надо фрукты кушать, ребята. И ходи на фрукты. Дорогие ребята, привет вам из Беларуси. Приезжайте в гости, мы вас ждем. Желаю всем удачи, всем зеленых дорог. Вот так. Целую вас. Приехали, посмотрели на друг друга. На староверов посмотрели, на левых, на правых, на всех посмотрели, на всех стран. В общем, все круто. Помимо Моцарта, симфонической музыки и штруделя, у нас еще есть очень-очень много чего интересного. Приезжайте к Австрию, я вам все покажу. Ребята, давайте встретимся в Москве.